Хайо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands, а именно DLC для нее. С какими-то там солдатами. Генерал, короче, Моркс или как Айрекс. Короче, мы сражаемся против Атласа. Так, здесь очень дохера станций. Я даже не знаю, как здесь тогда мы проедем. Здесь можно, получается, подняться где-то поверху и приехать сюда. Тогда нам нужно, во-первых, это. Я думаю, да-да-да, именно врезаться. Спуститься вниз. Ой, это что за херь? Дрифтеры. Ох, черт. Чё-то как-то херовало работает моя пушка. Очень херово. Так, окей. Забьем на этом. И я тогда должен поехать. Тут объеду и там проеду. Окей, поехали. Главное, чтобы они мне не ваншотнули, эти твари 37 уровня. Не думаю, что они должны ваншотнуть. Хотя я уже даже не знаю, что думать. Они плюются чем-то. Так, я вот так поднимусь. Да, они меня не трогают, когда я здесь. Ой, они просто из-под земли вылазят. Это плохо. Так, ладно, не суть. Вот где, почему мне нужна была быстрая машина, да? Хотя, посрать, мы сейчас вниз спустимся. Здесь проедем, там поднимемся. В принципе, я уже маршрут нам придумал. Главное, чтобы меня эти хери не сожрали. Так, правильно я еду, правильно я еду. Если вдруг они будут на меня бежать, я ускорюсь. Дрифтеры херовы. А не, все, вот и дорога наша. Should be able to see the prison now. It used to be an island in the ancient sea. Now it's Mr. Shank's own personal mail stabbing machine. Скорее всего, ты уже видел тюрьму, когда это было забыто дворца. Это служило твоим входом, входным билетом. Трамплин, окей. Где мне трамплинчик взять? Окей, проеду здесь. Так, я все вижу тюрьму. Так, какой-то костер сверху горит. Ладно, давайте ускоримся. Так. Ой, я надеюсь, мне хватит. Да. Мне хватило. Значит, нужен гонщик. Гонщик. Отправляемся в путь. Мне нужен гонщик. Создать, телепортироваться. Поехали, да, поехали. Я просто не долетел, класс. Нет. А, есть разные виды, как я вижу. Там есть белыми головами, а есть такие. Так, как бы мне так проехать, чтобы ты меня не атаковал? А, это плюваки, да? Да мне посрать на них, я как бы увернусь. Ладно, ускорюсь. Ой. Ой. Тихо. Так, хорошо. Еще раз ускорюсь. Нет. Фух. Я думал, он уже все. GG. Так, ладно, здесь тогда проеду пока что без ускорения. Хотя... Тихо. Главное не упасть. Давай не переворачивайся. Так, ускорение. Ускорение набралось. Все это хорошо. Так, найти проход. Да сейчас мы уже найдем. Все. Трамплинчик. И поехали. Что это было? Я что, бомбу там задел? А, я думал, то хороший. Так, перевернуть. Давай. Еще смотрите, что... О, на машине Мокси.
Так, окей, здесь, я думаю, уже можно машину будет сейчас сменить. Хотя... Я его знает. А, я вообще не туда еду, да? Класс. Окей, вернемся. А где этот чертов трамплин? М? Брик. Был. Я думал, это и есть, и это он и был, трамплинчик. Оказывается, нет, ладно. Поехали обратно. Только где он? Так, он где-то в той стороне. Только где? Мне наверх как-то нужно заехать или что? А, вот по этой дороге как-то или... Что происходит? Мне нужно как-то снизу вот сюда проехать, получается. Ладно, сейчас все сделаем по-быстрому. Оп. Найс. Найти проход. И я нашел проход. Окей. Только мне нужна машина, чтобы теперь до туда доехать. Хотя я мог и пешочком, мне кажется, дать. А, не, вон там перепрыгивать нужно. Ладно, сейчас все сделаем. Гонщик создать, телепортироваться. Так, просто уничтожил, чтобы не мешало. Так, тихо. Оп. И... Готово, так, раз. Прямо ровненько залетели. Так, а вот и тюрьма. Да? Ага, тут есть заезд. Окей, заедем. Ты нашел дом моего первого мужа, а всегда считала, что его крыша — это отличный трамплин. Давай. Сделаем. А, это вот этот дом, да? Прикольненько, я понял. Ну, давайте ускоримся, посмотрим. Когда попадешь на территорию тюрьмы, найди эхо-передатчик. Так, прежде чем найти эхо-передатчик, нужно разобраться с бандитами. Так они хиленькие. Так, эхо-передатчик. Мне внутрь, да, надо все. Ну, погнали. Каха, ты сделал это. Могу поспорить, это ублюдки не ожидали, что ты свалишься им на голову. Уверен, мистер Шен держит его в одном из тюремных блоков. Проберись туда внутрь. Хорошо, пробраться в тюрьму. Поехали. Lockdown Palace. Короче, полиция что-то. Тюрьма. Palace. Так, окей. Мы внутри. Снайпер без снайперского пульта. Купи аптечку. Не более, чем не пожалеешь. Максимальное здоровье. Так, а что у меня по берсерку? У меня денег все равно не хватит, ладно. Не забывайте. Снайперка мне нужна. Ревик у меня есть. Ревик мне нужно то, что-то купить. Все. А единственный способ вывести Афину — это телепортация. На нас напали так внезапно, что она даже не успела что-то сделать. Воспользуйся. Так, могу поспорить, что он у мастера Шенка, теперь нужно доставить его конечный результат. Да, его нужно убить, я понял. Хорошо, найдем мистера Шенка, вот твоего. И грохнем его. Кто-то мне открыл пароход. Он сам по себе не мог открыться. Здесь тут денег так мало дают. Если там по... А!
говнюк. О, класс, я еще не попал. Даун. Даун. Пипец. Зачем так делать, не понимаю. Ой, боже. А, хорошая эта емкость. Где я? Копа гея. Копа гея. Копа копа гея. О, тихо, я вас понял. Сутенер. Я убью тебя сначала, потому что ты, я вижу, с оружием хорошим. Так, все. Все. Ну, дробовик такой, вам скажу. Неплохой и нехороший. Потому что на нем нету данных, окей. Как я по этому малому промазался только раз? Так, бомбы. Бомбы заюзаю. Не стоило сюда вырастать, когда мы тебя поджали. Тихо. Тихо, я понял вас. Так, оп. Готово, все. Че? Они такие жесткие. Пробивает меня сильно. Так, оп. Так, ладно. Снайперка мне не нужна. Минус. Ты пытаешься за... незаметно прокладываться, сюда за тобой наблюдает камера, и первое представление, кроме побега, которое мы смотрим все вместе впервые за 14 лет. Я понял, в рукопашку ни хера не могу. And if you're looking for the girl, I can assure you, she's on her. Ну стой же ты на месте. Shit, not that we wouldn't. I mean, we'd totally harm her. I'm thinking of harming her right now. Короче, я не могу смотреть Maybe Chaz will cut на too. Его диалог и убивать. Неудобно. Заскриптованные хири. Тихо. Откуда ты стреляешь? Я понял. Ой. Минус. Блин, они выносят щит хорошо. Они вообще сами наносят урон хороший. Так, класс модификации. Отсюда выйдет кто-то? Нет, окей. Тихо. Все окей, все хорошо. А имечек подрубаем только и все. Главное, чтоб в спину не зашли. Так, тут не сократить нигде дорогу. Где ФПС? О, вот это ништяк. Так, подождите. Давай. Тихо. Таревик возьми. Готово. А, херовый у меня, короче, этот. Хотя не убило. Этих убило челиков. Значит, нормальная граната. Только разлю...
Чес, ну хватит. Ой, это так щекотно. Кажется, я нажал на кнопочку передатчика. Вот дерьмо. Уф. Эй. Эй, ты все еще собираешься проникнуть в мой дворец? Будь ты проклят, мистер Шенк. А сейчас еще малой этот выпрыгнет, хер его знает. Как он меня видит, что я именно с этой стороны? Или они просто стреляются уже? Я не подчиняюсь вашим законам, я не запрограммирован. Тихо. У него... А кто против них стрелялся? Робот, я слышал робота. Это не робот. О! Вести себя! Мистер Стив. Давай, давай. О! Злобный барс, нихера себе. Особый язык предпочитает семейство кошачьих. Возьму. Легендарка. Легендарка мне нужна. Так, все, давай, сбрасывай. Эх. Эх ты. Я-то думал, там что-то ценное. Хотя его предмет можно считать ценным. С тобой все в порядке, чел? Я понял. Тихо. Я окей, хорошо. Готово. Ты, да? Что ты хочешь что-то? А, я понял, поставили. И слушай, я сделаю все, что ты захочешь, чтобы выбраться отсюда. Если ты поможешь, ты понял, о чем я. Окей, я помогу. Где он находится? Так. Да ём, вы можете по мне не пулять. Давай, я безбашенный гей, ясно. Апперкотик, апперкотик, апперкотик. Все, готово. Так, взрывные, обычные. Перезаряжаемся. Так, а большая вообще тюрьма? А, ты уже почти половину прошел, ладно. Небольшая, значит. Так, здесь дарим... Или что здесь? Здесь ничего, окей. По трубам можно как-то куда-то пройти? Кажется, что нет, ладно. Бом. Серьезно? Ладно, ультую. Защита, защита, у меня защита. Серьезно. Тихо, 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 я мог. Где базука? Класс, меня просто избили руками. Нужно было брать тогда что-то помощнее. Ну, это не страшно, сколько у меня забрали денег. Главное, чтобы я бежал в правильную сторону. Откуда я начал?
класс. Так, класс. Куда мне бежать? Так, давайте я, короче, этого лучше возьму. Поиграй с ним. А куда мне идти? Я помню, я сюда поворачивал. Но тут закрыто. А, все, нашел. Все, не туплю. Окей, у меня есть 10 минут, чтобы все это выполнить. Чтобы все это выиграть. У меня нету бомб, к несчастью. Мне нужно помочь роботу найти ремонтный наборик. Так, вижу бомбы. Ща, подожди. Робот. Ты видишь, у меня все по времени, я не могу остаться и тебе помочь. Так, мне 4 бомбы есть. Класс. Ой! А, я хорошо, я понял тебя. Все, ты остался. Убивать! Готово. Так, тихо, собираем добро. Так, ХП, хилки, да, тут доступны. Ты только что убил Джерома. Его грудные мышцы так сильны. И мы часто шутили насчет этого, так. Сейчас не время. Главное не умереть. Окей, я понял, это дерьмовая пушка. Так, это... Ладно, ревик. Используй, да и все. Замечу, что пушка золотая. Самая редкая, самая хорошая. И такой дерьмо. Как они задолбали. Боже, как они задолбали выпрыгивать. Мне ж стрёмно. Неужели гранат нормально сработала? А у меня бомб больше нету. Окей. Тихо, я понял. Снайперка, тихо. Тихо. Готово. Хилку потом воспользуюсь, если вдруг она пригодится мне. О, сохранялка. Граната, пожалуйста, граната мне нужна. Койка, граната. Койка, граната. Граната, ревик, окей, тоже хорошо. У меня уже на исходе почти пули. Можно было купить, сходить бомбу. Заперто. Ну что, поехали. Мне вниз, да? Ох, блин, ох, мужик, ты труп, ты мертвец. Шен хорошо сделает тебя, Шен выст твои глаза через поломку, Шен. That's Mr. Шен. Воу. Эй. Что за замедление, слышишь? Слышь, что за замедло такое? Так. Тихо, куда ты уходишь?
Мистер Шен, почему вы стоите спиной? Заточка меня бьет своей. Пипец у него брони. Ах ты. Тихо, мне нужно что-то на шок. А у меня нету, да? Телепорт? Или он в инвизе? Подожди, сейчас мне уже от КДшится улетает, я прикончу. Спину, да, режешь? Ну на, все. А что мне нужно? Ты убил моего второго мужа? Ты на самом деле убил его? Знаю, я сама говорила тебе, но... Извини, мне нужна минута. Найди девочку, я нас... окей. Окей, мы его убили. Так, теперь у нас осталось мало времени, нужно сюда выбираться. О, патроны. Хорошо, что мне все возвращают, и он не такой уж и жесткий, как я думал. Тихо. Кто бежит? Тихо. Минус. Большое помещение, очень большое. Что-то открылось, что-то включилось. Куда мне нужно идти? Мне как-то нужно подняться наверх. Вот здесь по... А, здесь нихера не подняться, да? Пипец, не хватает. Блин, не, нужно, короче, гранату мне как... Хотя... Не, ладно. И так сойдет. Тихо. А, я понял, окей. Давайте я лучше вручную вас побью. Тихо. Все хорошо. Я понимаю вас до хера. Мне нужно вас всех убить. Тихо, отвали. Боже, как меня бесит. У меня ничего такого оружия нету мощного. Мне только, считайте, как... Две снайперки. Ты сдох, проверяй. Так, огонь, это слабое все. Куда мне идти? Куда подниматься? О, нашел лифт. Тихо. Вот у него оружие хорошее, я вижу. Ой, боже, ты надоел. Все. Но оружие хорошее против меня. А против них оно будет слабое. Ладно, просто тебя... Зажму, да и все. Тихо. Короче, я давайте так подумал. Открою сейчас сундук этот. И, наверное, закончим. Ремонтный набор найти. Да. Хотя можно сюда пройти. Таверну. Все, здесь, короче, остановимся.
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.